Дайджест недвижимости. Новости недвижимости на волне 101.0. У микрофона Дарья Топузлиева. Многодетные семьи не могут застраивать выделенные им участки. К бесплатным земельным участкам не подведены коммуникации, там нет инфраструктуры. Из-за отсутствия денег многие семьи продают землю. Об этом на заседании в областной общественной палате рассказал представитель ассоциации многодетных Евгений Бронников. Участки на сегодняшний день получили около 2000 семей. Еще об одной проблеме рассказала вице-спикер ОЗС Марина Сазонтова. Многодетным семьям для строительства жилья на предоставленной земле выделяют 300 кубических метров древесины. Однако, по словам депутата, большинство людей не знают, как воспользоваться мерой поддержки. Информации о том, как получить положенные кубометры, нигде нет, говорится на сайте общественной палаты. Сазонтова предложила предусмотреть в законе механизм, при котором семья могла бы продать древесину, а на эти деньги купить другой строительный материал. Председатель Совета директоров Руснедвижимости Екатерина Орешкович предложила многодетным объединяться и нанимать подрядчика для возведения малоэтажных домов. Дайджест недвижимости. Детский сад в Радужном сдадут до конца года. По данным бизнес-новостей, такие сжатые сроки обусловлены использованием новых технологий. При строительстве используются сборные железобетонные конструкции. Это позволяет вдвое сократить сроки возведения здания. На строительной площадке осуществляется исключительно монтаж готовой продукции. По такому же принципу строятся детские сады в микрорайонах Южный 3 и Зиновы. Дошкольное учреждение в поселке вместит 13 групп по 260 мест. Кроме того, в здании планируют оборудовать бассейн. Дайджест недвижимости. Цены на жилье в новостройках выросли на процент за один месяц. По данным информационного агентства Роснет.ру, в марте минимальная цена предложения в Кирове составила 30 тысяч рублей, максимальная – 58 тысяч 500 рублей. Средняя же цена составляет 42 606 рублей. Это почти на процент больше, чем в феврале. На этом все. В студии работала Дарья Топузлиева. Дайджест недвижимости.